Привет, привет. 7 часов. Проснулся наш персонаж и готов идти на войну. Я взял винторез и дрободан. Я думаю, мне их хватит. Если что, там что-нибудь подберем. Ничего страшного. Так, я хотел взять вот этого товарища. Вано. Во, Вано, точно. Он грузин, да. Собираю команду идти в Припять. Пойдешь со мной? Дорогой, вопрос, что за вопрос? Ты мне помог, я тебе помогу. Для похода нужен костюм. Так, мог бы дать тебе, на тебе 5000. Бедный чувак, ни денег, ничего, бандиты все сняли с него. Вах, слушай, ты такой друг, все время меня выручаешь, совсем куда хочешь, пойдем. Все для друга сделаем. Пойдем к Зулусу. Пойдем. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Пипец, ну и рожа, да? О, Ивано с нами, отлично, будет кому провизию нести. Ты только не обижайся, старик, шучу. Так, думаю, бойцов нам хватит, можем идти. Что скажешь о Соколове? Давно знаком с Вано, пересекались пару раз в баре Сторинген. Говорят, честный парень, оптимист, и сталк из него хороший, но слишком доверчив, зона такого не прощает. Это мы заметили, кстати, да. Что скажешь о Соколове? Конечно, не штурмовик, но ствол в руках держать умеет. Только какой-то он рожей кислый, будто лимоны на пайке одни. Думаю, бойцов хватит, можем идти. Так, уверен, лишняя пара рук не помешает. Уверен. Пойдем. Так, что, зачем нам целый отряд там, не знаю, из 10 человек. Главное, никого не потерять. А, вот там, где я пытался эти рычажки подвинуть. Вот так. Нечего мне тут. Ой, ну не томите. Готовы? Готов. Отряд? Всегда готов. Ох, не нравится мне все это. Все готовы. Открывай. Ладушки, поехали! Вперед! Удачи вам, хлопцы! Так, ну, добраться двинули до Припяти. Зарядились. Все, пойдемте, да, что, двинули. Приехали! Что у меня фонарик не горит? Та-та-та-та-та-ра. Кто-то рычит. Где бы я еще такое место увидел, а? Ох, погибли. Мелкие, слушай, рычат как большие. Вон там снорки, по-моему. Нам туда показывают, кстати. Они без меня идут, да, смотрю. Они друг друга перестреляют сейчас. Там-там-там, та-та-та-там. Странно, что тут вообще что-нибудь. Эй, аккуратно. Кнопку слушай, нажать надо, да? Два раза стрельнул в это чудовище, а оно, блин, живое осталось. Странно вообще. Днем-то по ним стреляешь, они сразу разваливаются. Сюда отвалилось. Так, раз, два, три, да, все на месте. О! Так, винтик. А чё он акает? Я ж в костюме. Слушай, дорогой, а здесь не так плохо, наверное. Веселый Вано. А, аномалия тут. Посмотрим сейчас, где здесь не больно бьет.
Да, а задвигали нам. Ой, задвигали. Авиация, работа почетная и не выездная. Эй, смотри, дорогой, здесь пролезть можно. Ну давай, пролазь, что ты стоишь-то. Интересно, в этом аномалии был какой-нибудь? Не, наверное, нету. Артефактик. Радиация что-то фигачит. Все, нет его. Похоже, в лоб не пройдем. Эй-эй-эй, так не пойдет. Я Марк, не хочу. Нормальные герои всегда идут в обход. Терять людей. А кто его пристрелил? Это свои, что ли? Начал стрелять ему, по-моему, в лобешник, да? Ну это глюк вообще полный. Кто это у нас? Соколов. Давай, брат. Вот здесь газы у нас пошли. Куда ты лупишь? Газы, газы, газы. А, аномалия тут. Посмотрим сейчас, где здесь не больно бьет. Где здесь не больно бьет. Ох. Эй, смотри, дорогой, здесь пролезть можно. Я уже понял, где можно пролезть. Долго ты пролазишь что-то. Так, вроде газ закончился, да? Или нет, еще да, закончился. Зверушки. Похоже, в лоб не пройдем. Ладно, нормальные герои всегда идут в обход. Может, нажать на кнопку? Может. Сейчас нажмем. Коридоры, блин, тут даже освещение еще есть. Блин, они с автоматами, это пипец, конечно. Лупят куда попало. Так, еще кнопку, да? Давай. Что-то не нравится мне здесь. Да кому тут вообще понравится? Газы, мутанты. Ужас просто. Эй, успокойся ты, блин, лупишь. Они друг друга перестреляют. Так, мне досталось от своего же. Я говорю, они так перестреляют друг друга, блин. Так, раз, два, три, четыре, все живы. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, где-то еще снорк. Сколько тут газа-то? Куда вы, твари, пошли? Поскакали. Слушай, почему они поскакали от нас, а не к нам?
Ну и куда они скрылись? Та-та-та-ра. Ура, лады, открывай. Да? Всех положили. Что-то я выстрелил сначала тут с этого... Тут мне тоже не по себе как-то. Винтореза, даже не понял, что я выстрелил. Такой зуб тихий. И ошибкой было дрободан не зарядить. Опять, слышишь, что такое? Господи, это вообще... А? Ой, смотри, куда бьешь! Блин! Красиво, да? Зря мы вообще сюда полезли. Саданул. Зря мы, говорит, вообще полезли сюда. Так, ну мы уже близко, видать. Здесь какая-то огромная территория. Семьдесят патронов. Так, нам вот туда надо куда-то. Ух ты, аномалия. Еще аномалия. Пойдем ее смотреть. Че на нее смотреть? Сбоку можно, да? Нет, слушай, здесь только один раз пройти можно. Второй раз мертвый будешь. Чего не бегают от нас? Вано нашел дорогу! Ну, тропинку Вано нашел. И куда ты нашел дорогу? Так, ну-ка, вот здесь вот что-то какая-то фигня интересная. Ничего нету в этих тумбочках. О, дверь обесточена. Слушайте, она открываться должна. Интересно. Так, ладно, идемте дальше. А, может быть, сейчас здесь электричество включим, а потом нужно будет там пройти. Питание ворот отключено. И здесь обесточено. Вот там наверху что-то есть. И вот здесь есть что-то, да? Что это за помещение вообще какое-то странное? Так, как сюда забраться? Ага, вижу. Что-то нам не встречались еще жирные мутанты. Ты это! Если наверх полезешь, возле рубильника посторонний! На трансформатор. Интересно, все линии включены? Спина к спине, быстро! Так, что там такое? Черт! Ни хрена себе! Надо было не слезать, а надо было наверху остаться. Это, походу, были эти. Судя по искореним что-то там, это монолитовцы, наверное. Ты это! Смахивает на трансформатор. Фанатики. Интересно, все линии включены? Они где-то здесь сейчас должны быть. Спина к спине, быстро! Противник, ликвидировать! Так, спокойно. Получай, враг! Противник! Зулуса убили! Да какого хрена? Вы что, издеваетесь, что ли? Не пойдет так вообще. Чтобы все были живы. Включено. Ой, блин. Замучился я уже. Этот зулус дохнет и дохнет. Дохнет и дохнет, блин. О,
ликвидировать. Ну нифига себе! Ну что, опять умер Зулус или нет? Да ладно, все живы остались. Серьезно? Ладно. Хорошо. Вот это да, вот это поворот. Прям все живы остались. Ты, я тут как мастер всех посбивал нафиг. Че у вас тут? Ну, потрошки. Потрошки пошли хорошие. Бинтики-то я поиздержался, да, слушай? Так, тут еще трупачок. Че у тебя за винтовка? Ух ты, у него какая винтовочка, смотрите. Знакомая. Он прям вообще напичкан. По самое не балуйся. Всякой ерундой. Так, это нам не надо, натовская. Аптечку мы заберем у тебя, тебе она не нужна. Так, и здесь это были еще трупочки. Я думаю, нам нужно пойти, после этого будет включить, наверное, двери эти пооткрывать, да? Так. Сохранимся. Надо посмотреть, что, откуда эти вышли-то? Да, здесь явно не курорт. Ушлепки, вот отсюда откуда-то вышли. А я питание включил. Для чего? Ясно, все, типа закрытая дверь, откуда они вышли, туда я не войду. Ну ладно. Так, у нас, по-моему, где-то было. Обшаривают тоже, что ли, или нет? Нам надо было, по-моему, туда идти. От входа, потом там аномалии еще были, да? Да, вот сюда. Вот тут вот по центру аномалия. Так, и там, кстати, тоже были какие-то ворота. Да, дверь открылась, слушайте. Беспокойся. А, ну окей. Смотри, тут открыто все. Открыто, открыто. Не открывается дверь. Немножко потрошков, кстати, я смотрю, подобрал, да? Осторожно! Что-то тут не так. Ты не пугай меня. Демон. Где стреляют? Внизу? Да, внизу, и, по-моему, это с пулемета. Черт. Зашибем! Кладем их всех! А я хотел еще вторую дверь проверить, которая была тоже обесточена. Господи, куда ты лупишь? Еще. Я зайду с другой стороны. Я тебе сейчас зайду с другой стороны. Так, 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 так. Прямо вот сюда, да? И вот сюда. Окей. Показывает 5, а нас здесь должно быть 4. Зулуса убили!
Где этот тварь Зулус? Вот он. Вот какого хера он лезет с этим, со своим пулеметом? Пулеметчик Ганс, блин. Вообще никуда не попадает, только лезет, блин, и дохнет. Слушай, аптечки я жру прям по КД. Так, сохранимся. Что у тебя тут есть? Да ты бомж какой-то, да? О, вот здесь снайперская, по-моему, была. Так, это мы выбросим. Да, это снайперская. Мы патрошки возьмем, а винтовку укинем. Так, где у нас был? Где-то рядом. Где-то вот там была дверь какая-то закрытая. Слушай, да, она и является целью. Значит, там я надо посмотреть до конца. Сейчас давайте посмотрим до конца здесь тогда. Ну, здесь тоже какой-то путь наверх был интересный. Хочется все облазить. Прям все-все. Да, вот здесь я дверь открыл. Тут какие-то таблеточки лежат. Это выступающая фигня это. Так, может быть здесь что-нибудь нажать надо? Так, путь открыт. Идем? Да. Торчать здесь точно смысла нет. Те двери не худший вариант. Да-да-да, идем. А то сейчас вас там перестреляют, пока я здесь хожу. Ну так и есть, блин. Ну чё, где? Твою мать. Ладно, надо идти. Так, F5. А, они, наверное, его угандошили, да? Судя по локатору, никого нету. Интересно. Девки пляшут. Электричество закончилось. Чё ж тебя так развеселило? Чё это у нас за винтовка-то? Калаш какой-то вроде, да? С прицелом. А, нафиг мне? Ну ладно, патроны выбросим. Так, и это выбросим тоже. А это разрядим и... тоже выбросим. Ну все, пойдемте. Так, здесь лучше, наверное, дробовичок будет. Добраться до Припяти. Да что ж ты будешь делать, а? Ну что, двинули? Так. Да какого хрена ты ведь ползешь, у тебя аномалия? Мастер, короче, аномалий прохождения. Так, здесь сломано, да? Странно, что здесь все работает еще. Какое-то чувство нехорошее. Ну да, вон там зомбак, потому что. Что ж тут хорошего будет? Аптечка нам нужна. Аптечки прям. О! А у тебя не было дроби?
Так, так, так. Да, ребята, вы что, вы меня пристрелите так? Что с бинтами-то? Бинт 20. Ты чё такая живучая эта тварина, а? Кого-то они видят. Где-то вдалеке шумят дожди. Вот такое впечатление, что сейчас действительно друг друга перестреляют. Придется загружаться. Господи, сколько их? Так, аптечка, бинтики, бинтики, бинтики. В кого ты там лупишь? Бинтики, бинтики. Та-та-та-та-та-рам-та-ра-та-ра-та-там. Бинтики, бинтики. Бинтики, бинтики. О, аптечка. Так, а где монолит-то? Карты нету, да? Здесь что у нас такое? Ух ты, что за ящик? Ну, неплохо, в принципе, можно и забрать в чистом виде патроны. Не знаю, можно их продать кому-нибудь. Интересно, наши герои... И охота тебе болтать! Не хотят покупать, да? Кстати, меня там заинтересовали эти боковые... А, они не это, нет выхода, да? Ну, ладно. Так, 9 человек, ну все, тут кто-то есть, однозначно. Кого не выпал? Чё за звуки? А, за раскрытие дела о пропаже сталкера. Блин, вот пулеметчик Ганс. Похоже, мы уже подкрепить её. Чую, выбрались. Да ладно, подожди, не говори. Слушай, он встает. Опять падает. Чё за глюк, блин? Так. Дрободан. Патрушки, аптечки, бинтики. Понасобирал мусора. Давай, давай. Та-та-таран, та-ра-та-та-ра-тарам. Разрядить, выбросить, даже не разряжая, да? Сколько? 55 килограмм, в принципе, нормально. Ну, пойдемте дальше. Отмародерили всех. Что такая темень прям вообще. Хоть глаз выколи. Слушай, дорогой, а здесь не так плохо, наверное. Да, шутишь ты прям вообще. На 5. Вот и Припять.
думал, за нас сначала показали, что это мы ходим там. А это не мы. Оказывается. Оружие на землю! Быстро! Не стреляйте! Я лейтенант Соколов, СКАТ-4. Второй пилот. Следую на точку В-28. Пригодился. У меня есть информация для Ковальского. Проведите меня к нему. Ты знаешь Ковальского? Ты кто такой? Зачем тебе, полковник? Майор Дегтярев, СБУ. Прибыл для расследования провала операции «Фарватер». Сталкеры помогли добраться до Припяти. СБУ? Какого хрена? Так и знал, что тут не все так просто. Да, дружная компания. А вы думали, просто так здесь ходим, да? Зачем сразу ствол, дорогой? Не видишь, что ли? Мы свои. Мы с товарищем, мы через все прошли. Долгая дорога была. Хорошо, следуйте за мной. Без меня. У меня с военными дел нет. И с СБУ тоже. Ты! Стоять! Оставь, капитан. Пусть идет. Ладно, хрен с ним. Следуйте за мной. Зулуса спасал столько раз, короче, он походу должен был там умереть где-то в подвале, чтобы сюда не идти. Тут прям специально как-то, только его убивали, он только он умирал, больше никто. Здравия желаю, я Ковальский, командую подразделением. Майор Дегтярев, СБУ, полномочный расследовать провал операции «Фарватер». Ясно, тогда слушай, что скажу, майор, без формальности скажу. «Фарватер» накрылся медным тазом, да как накрылся? Вместе с вертушками полегло больше половины моих ребят. Связи с центром до сих пор никакой. Вот так. Веришь, я тоже очень хотел бы знать причины этого провала. Догадки есть? Единственная версия, нас сбили нахрен. Причем из какого-то неизвестного оружия с обалденной пробивной способностью. Монолитовцы применяли такое против нас во время первого штурма ЧАЭС. В общем, я принял решение захватить образец такой дуры и изучить ее поближе. Кстати, если захочешь принять участие, мои ребята выследили отряд монолита с этой хренью на руках. Группа захвата как раз ждет сигнал к началу операции. Ну как, заинтересовался я? Да, при одном условии, мне нужна вся добытая информация, действовать я продолжаю самостоятельно. Конечно, майор, в сложившейся ситуации у меня нет выбора. Кстати, загляни к лейтенанту Кириллу, пусть выдаст тебе снаряжение. Можно поподробнее задание? Тебе с группой захвата необходимо следовать к объекту А-17. Капитан Тарасов покажет, где это. Там госпиталь, два корпуса с переходом. Монолитовцы сейчас находятся в западном корпусе, а вы устроите засаду в противоположном. Оружие у них должно быть с собой, точнее, у самого ненормального из них. Кто он? Вероятно, лидер отряда. Ребята видели, как он читает проповедь своим бойцам. Честно, в прямом смысле. Будь осторожен, что знает, что от него ожидать. Я понял, полковник. Мне нужна информация относительно операции «Фарватер». Да. Было что-нибудь необычное во время полета? Пока вертушки не стали падать? Нет, все шло строго по плану, бла-бла-бла. Согласно плану, должны были дойти до станции за 12,5 минут. На 9 минуте исчезла связь со СКАТом-4, и потом все остальные посыпались. Еще несколько... Так, что здесь на судьбе вертолетов? Мне нужна еще информация, короче, что вы собираетесь делать дальше. Дальнейшее проведение «Фарватера» считаю невозможным. Видно, наверху тоже так считают, раз ты здесь. Так что держу базу до прибытия вертолетов, а там в плане операции указаны несколько резервных дат эвакуации. Пока не выяснится причина падения скатов, вертолетов не будет вообще. Больше вопросов нет, до встречи. Так, это у нас новая база. Это база военных, да? Чего мне фонарик все время выключают, падла? Я не могу я спать на его шконке. Ладно. Так. И он нас направил к какому-то лейтенанту, что ли. Правильно. Чувак, тебя нужны? С вопросами командиру. Надо? Ясно все. И ты тоже. Субординация у вас здесь, да? С вопросами строго к командиру. А здесь у нас что есть? А здесь у нас ничего нету. Значит, на первый этаж. Если это второй, конечно. А не десятый какой-нибудь. Что это за бандура? Короче, анекдот цивильный.
новые места, блин, всегда. Тот такой. Так, то здесь я? Что-то. Ну так не я же. Анекдоты сидят в яке травят. О, Вано. Как дела? До встречи. Вано здесь прям в своей тарелке. Что-то они все не разговорчивые. Открыть личный ящик. О, вот и личный ящик. Да? Ладно, патрошки пока засунем сюда. 200 тысяч у меня вообще отлично. И эти патроны не нужны, и глушак не нужен, и прицел не нужен, да? Все остальное, в принципе, наверное, я оставлю пока. 53 килограмма, но не знаю. Вот что мне как-то рассказали. Давайте военные аптечки тоже скинем. Блин, не знаю, гранаты вот никому не продать, смотрю, они не общаются, типа чисто с этими. Вдруг видишь, к тебе что-то темное подползает. Твои действия. Так, это военный, Соколовский. Привет, майор, что произошло со скатом 4? Не знаю. Черт, я правда не знаю. Вот было же предчувствие перед вылетом. В общем, шли на автопилоте, бла-бла-бла. В общем, вопрос один. Окей. Не активные. Военные. Тут у них водовка. Водовка нам не нужна. Что за детальки? А ты кто? Ты, наверное, и будешь выдавать, да? Или ты врач? Роговец, лейтенант. Медицинская помощь, медицинские препараты. Ничего. Ага. До встречи. Короче, только препараты он выдал. Ладно, фиг с тобой. Так, где-то здесь командир, наверное. Вот это, что ли, прапорщик? Валентир. Что за валентир? Спросите лучшего капитана. Ты, может быть? Капитан Тарасов, хоть ты и майор, я командую операцией, и мои команды должны выполняться точно. От этого зависит жизнь каждого бойца, бла-бла-бла. Понятно, выдвигаемся. Родичам, что пробухали, да? Лучше бы на руки сразу выдавали. Тан-тан-тан. Так, а где моя пушка-то? Кстати, почему не заряжен у меня до конца? Так, сохранимся. И еще квиксейв сделан на всякий случай. Айс, на крышу! Остальные за мной. А что, обязательно так ползти? Так, 11 человек уже показывает, сколько нас-то, я не знаю, тоже, да? 4, 5 еще на крыше, вон. У нас 5, значит 4 монолитовца. Сюда, что ли? Всем занять позиции! Какие позиции? Сесть на толчок, что ли? Блин, ну 10. Так, выключка, фонарик. На всякий случай. 10 патронов, это очень мало, блин. Так, а где моя позиция? Здесь, что ли? Подождем, пока дойдут до центра двора. Опасно. А, вон они есть. Есть цель. Ну чё? Кого стрелять-то? Или не надо стрелять? Ждём команды на атаку, товарищ майор. Товарищ майор, там заснул что-то. Уходят. Ну что это было? Порваные! Команда, что ли? Вот тебе! Всех до единого! На тебе, на! Так, короче, готов там, да? Так тебе! Получил! Та-та-та-та-та-рам! Дайте я выйду отсюда! Обыскать тела монолитовцев. Проверим их! Айс, ты прикрываешь!
Да что ты все время скачешь, блин? Там еще есть монолитовцы. Засада! Укрытие! Благодарим тебя за то, что раскрыл слугам твоим кости врагов. О, черт. Озари сиянием твоим души тех, кто отдал жизнь за исполнение воли твоей. Бой, защитники монолита! Бой! Отомстим за павших братьев наших! Да будет благословенно вечное объединение с монолитом! Да заткнись их! Лютая смерть тех, кто отвергает его! Да что мне кровь течет-то не останавливается, а? Так, и вперед. Да. Со всех сторон. Что, прут и прут? Ты что, в меня стреляешь, урод? Бля, он живой. Офигеть. Да не надо меня уничтожать. Блин! Черт! Да господи, такой живучий, а! Черт, побери, блин, у меня уже... Скафандр испортился. Я что, один остался, что ли? Не пойму. Сколько лайк здесь, а? И спокойно побежал. Дальше, блин. Умирай! Не хочу. Я не хочу умирать. Ну, впечатление, что они бесконечно спавнятся просто. Я обойду его! Прошу помощи! Враги монолита! Я обойду его! Прошу помощи! Полная херь. Ты не коснешься монолита! Ты не коснешься монолита, блин. О, пистолет с глушаком. Ты не скроешься от слуг монолита. Так, а нам вообще куда-то в другую сторону надо валить. Оказывается, я тут зря, тут, наверное, всех убиваю. Так долго. Враг не обнаружен. Продолжай. Да, черт побери! Враг монолита, блин. Враги монолита. Господи. Нужно прикрыть его. Прошу помощи. Что за ерунда? Куда ж вас столько? А, ну вас нафиг. Господи, задрали вы меня уже. Мина ни хера. Так. Так где этот? Я не пойму, куда там идти надо. Вот здесь что ли кто-то? Да, наши валяются все дохлые. Тоже патроны. Блин, меня сейчас так убьют. Эй! Кто стреляет, а? Твою мать, а? Снайпер, да?
Ты сдохнешь, нет, мразь. Так, дружище, тебе уже, как говорят, без надобности все, да? Заживление ран, по-моему, где-то было, какая-то херня, радиозащита, пси-защита. Вот, давайте сожрем, пускай заживляются. А что она мне показывает? Почему она показывает, что типа... Где-то рядом метка есть. Какой дурдом, честное слово. Так. Мне кажется, он на крыше должен быть, да? Где-то. Тан-тан-та-тан. Что у нас с целями? Неизвестное оружие. Укрыться в здании. Отряд скат. Найти источник. Так. Укрыться в здании. Укрыться в здании. Пойдемте наверх. Короче, я фиг его знает, куда еще что здесь делать. Так, вроде как на этом этаже, да, показывает? Кто там искоренен? Черт! Ни хрена себе попадание. Эй-эй-эй, не умирай! Живи! Да обалдеть, что это было? Так. Мне попали, по-моему, с этой штуки, да? Ни хрена себе. Что, сколько по нему стрелять, чтобы он сдох? Я его не вижу так нормально, если по-хорошему, да? Братья, убивайте! Вперед, братья! Так, этот готов. Блин, еще один. Да ёшкин-матрёшкин. Так, еще один, да? Противники в зоне эффективного огня. Еще, видать, сверху где-то. Вон он. Ни хрена себе! Блин, твою налево. Прикольно. Так. Ты с чего сделан, чувак? Упал. Подобрать оружие. Давайте подберем. А где тут выход на эту? Ага. Так. Проползем мы здесь, нет? Нет, что-то не проползает. Ты что, такой жирный, что ли? Я не пойму, почему не могу я пройти? Что за херь? Тут же не зря все это положено. Специально, чтобы пройти, да? А, блин, не понимаю я. Или опять надо задом, хитрым способом. Что-то я понабирал, там может целую кучу всякого шлака. Не, что-то я не могу пройти. Значит, надо выйти нужно, да? И попробовать через то здание пройти. Так, где у нас? Здесь что? Лесенка. Что-то
что каких-то напарников мне дали вообще ватных. Все передохли сразу. Так. Ну, вроде на радаре никого нету, поэтому я думаю, здесь один. Сколько я хлама понасобирал, вы не представляете. И это еще не считая того, что я с золотой рыбкой и сожрал Геркулес, короче, у меня перевес желтый опять уже появился. В принципе, что-то можно выкинуть, конечно, но, блин, не знаю. Может быть, и дойду так. Тут рядом, в принципе, уже. Только боюсь, что там продать-то некому будет. Да мне, собственно, и деньги-то не особо нужны. Хотел посмотреть, сравнить. Там пистолеты какие-то с глушаками были, интересно. Ну, вроде как дошел. Мишка. Майор, будь человеком. Уберите свою пукалку к чертовой матери. Ну, какие мы прям... Какие мы все нерванные. Нерванная дрожь. Там какой-то фиг. А, это наверху, наверное, да? Нет, это выход наружу. Нам надо будет починиться, все дела это сделать. Это ж надо такое. До Припяти дойти без происшествий. И как ты только этот путь нашел? Ума не приложу. А, это этот наш проводник. Сложного тут ничего нет. Сноровка нужна и малость удачи. Вот нам и повезло. А то, может, зона наградила за терпение. Я ж с учеными вон сколько торчал. Да, Герман меня тоже успел достать. Ну, по-моему, ремонтник, я так понимаю, ремонтник, судя по тому, что инструмент нужен двум ремонтникам. Ремонтироваться, наверное, туда нужно будет ходить. Я черт его знаю, честно говоря. Это, в принципе, не нужно. Ну ладно, поскидываем все пока. Вот, их целых две оказалось, блин. Так, вот Гаусс, у нас две снайперские. Так, разрядим сразу. Патрошки тоже не нужны. Пистолет что-то не выкинул, не заметил, видать. Так, лишнее. Не, было бы хорошо, конечно, чтобы можно было кому-нибудь что-нибудь продавать. Это было бы замечательно. Но что-то я боюсь, что это из области фантастики. Здесь же военные кругом одни. Ладно, посмотрим. Так, и починиться же не мешало бы, да? Засел на свое место. Не, ничего он не делает. До встречи, до встречи. Ты что делаешь? Что-нибудь нет? А ты что? Лейтенант Кирилл, здравия желаю. Подержу оружие в исправном состоянии. А, вот у нас ремонтик. Так, и как у вас с патронами? Пока неплохо. Недавно монолитовский склад накрыли. Значит, мое оружие починить сможешь? Мне нужен бронежилет. Так, запросто. Нас специально обучали патроны, гранаты. О, он на халяву выдает, что ли? Ну, давай патроны. Ух ты ж, мамочки. По-моему, 9.39. Да, у нас? Что-то я уже не помню. 9.39, по-моему. Так, а ремонт, модификация. Да, ремонт нужен. Ух ты, за бесплатно, что ли? 0 рублей. Ну, вообще замечательно. Ну, военные же, да? Отлично, эту можно отремонтировать. Неизвестное оружие. Ладно, хорошо. Так вот, 9.39, СП-5. 9.39. А у него есть бронебойный 9.39? Что-то я не вижу, да? Так. А он разные выдал, слушай. Еще может выдать, что ли? Так, гранаты. Ладно, бронежилет. Ну-ка, что за бронежилет? Для начала держи каску. Так, вот тебе броня. Надеюсь, твой размерчик. До встречи. Что-то еще патроны выдашь мне? Нет. Не могу больше выдать, товарищ майор. Ладно, до встречи. Опять у меня перевес. Гля, какая штука у меня. Сфера. А это Булат, как у Джава, блин. Защиты никакой, зато броня, да? И гашение удара высокое. А сколько там? Нисколько, карманов нету. Ну, халявная броня, это халявная броня.
Ладно. И еще маска. Маску тоже не одеть просто так, да? Ты что? Мне нужны медицинские препараты. Извини, у нас их не очень так. Ладно, нужна медицинская помощь. Все, до встречи. Типа, жив-здоров, вали отсюда. Ну, здесь вот удобно. Ящик рядом, здесь всякие люди, которые помогают. Так, консервы выкинем. Это тоже пока выкинем. И вот эти аптечки не нужны. Ну что, надо пойти сдать квест. Да, на второй этаж, я так подозреваю, да? Это проводник? Получен пузырь. Давно не виделись. Ты, говорят, прошел туннель, и я нашел тропиночку по земле. Если надо, могу провести обратно абсолютно за бесплатно. Вроде окажу тебе содействие как официальному лицу. Кстати, спасибо, что помог тогда закрыть контракт с учеными. Я тут же успел в округе немного пошарить. И опа, держи. Пусть будет в хороших руках. До встречи. Ты посмотри, какая красота. Мне еще дали на радиацию минус 4. А я думал, где же я буду находить его, когда у меня будет 20 кармашков. 20 кармашков, правда, неизвестно, когда будет. До патронов хватило. Чувак с ума сошел, сам с собой разговаривает. Как я, собственно говоря, сейчас. Чувак, привет. Сходил бы ты лучше к командиру. Братья по разуму, блин. Так, так, так. Вот у нас командир, да? Ну все, давайте посмотрим. Говорить. Ковальский. Я сразу вспомнил пингвин. Отряд погиб, монолитовцы пожертвовали своими и заманили нас в ловушку. От суки, ну не могли же они знать про план захвата. Все, теперь нет Тарасова с его бойцами. Что с целью операции? Я добыл оружие. Одна беда, оно повреждено в ходе захвата. Другими словами, хрен теперь поймешь, из него сбили вертолет или нет. Ясно. Слушай, майор, у тебя вроде есть связи со сталкерами, может они имели дело с такими штуками. У них ведь есть техники, попробуй с ними пообщаться. Я так понял, что нам нужно будет вернуться в этот, в Янов, да, наверное, к ученым. Ладно. Хорошо, кстати, пришел еще один сталкер со стороны Юпитера. Поговори с ним, если хочешь. Это он намек делает на того, который у нас проводник. Так, мне нужна информация. Ла-ла-ла-ла. Не сейчас. До встречи. О. Разведгруппа вышла на связь. Нет! Что за херня? Стой! Стой, мля! Мать твою! Эй, кто-нибудь, уберите этого! Не! Группа, прием! Что там у вас происходит? Майор, надо найти разведгруппу. Выяснить, что случилось. Чертовщина какая-то. Тед, майор, ты поаккуратней там. И все время держи связь. Перед операцией пополнить зекпас, папаша разведгруппа, отыскать отряд. А что, у тебя своих нет, что ли, чуваков, которые могут отыскать отряд? Понадавал тут мне заданий, понимаешь? Эх, ладно. Ну, я думаю, все остальное мы будем проходить в следующей серии сталкера. Это будет, наверное, уже сейчас это 15-я серия, да, будет 16-я серия. Там мы будем уже решим, куда пойдем. Либо пойдем. Так, это у нас что такое? Пропавшая разведгруппа, да? Либо пойдем обратно вот сюда, на Янов, наверное, да? Неизвестное оружие, добыть информацию. А, здесь даже неизвестно, что, как добывать, да? Тын-тын-тын-тын-тын-тын. И где-то здесь должны быть инструменты. Надо прочитать про инструменты, чтобы не зря ходить. Заодно раздобыть инструменты. Все это мы сделаем в следующей серии. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребята, и всем пока-пока.